Gobek. Round one. Judge, time, fight! Итак, поехали. Андрей Писарев против Мустафы Казмаз. И турок начинает сразу очень активно, берет с места в карьер. Такие плотные удары сопернику предлагает. Отличный лоу-кик. Подхватил ногу соперника. Писари. Хорошо коленом голову пробивает Писари. Он делает довольно тревожный звоночек для, как мне кажется, для Мустафы Казмаза. Пытался перехватить дилому соперника Писари, но пока что у нас вот за эту самую минуту активного боя защита преобладает над нападением. Хорошо встретил соперника с левой руки. Зрительские места. Все, конечно же, подходят под главные события. Естественно, я думаю, в том числе румынским любителям кикбоксинга будет очень интересно посмотреть на наших ребят. И в следующем поединке мы увидим бойца из России. Now please. Bye. 50 секунд до завершения первого раунда. Пока что не так много у нас точных попаданий, как бы нам хотелось. Попытался левой через руку пробить через правую руку Казмаз. Попал коленом ниже пояса. Андрей Писари. Включаются болельщики, поддерживают они Андрея Писари. И воодушевленный вот этой самой поддержкой румынский боец пошел вперед, пытаясь забрать концовку раунда. Может, в какой-то степени это и Так, второй раунд. Андрей Писари против представителя Турции Мустафы Казмаза. И вот сейчас мы уже видим хорошие точные попадания как с одной, так и с другой стороны. Держали нас на голодном пайке спортсмены в первом раунде. И вот смотрите, как расщедрились. Серьезно,
Now clinch! Fight! Попал справа, но он немножко удар не довел, по-моему, Андрей Писария. Только если бы попал хорошо с акцентом, не понравилось бы это явно Мустафе Казману. Казман ноги не отдает. Ну и, кстати, сейчас турецкий боец стал действовать гораздо менее активно. И вот опять опасное колено в исполнении представителя Румынии. Такое ощущение, что Казмас чуть-чуть поднаелся. Но, в свою очередь, Андрей Писария уверенно идет вперед. Соперника поджимает, побольше ударов выбрасывает. И хорошо сейчас слева встречает оппонента Писари. Приглашает Андрей оппонента на бой, вызывает его на себя. Чему-то так безудержно радуется Андрей Писари. Но, видимо, тому, что поединок пока складывается в его пользу. То, что делает Мустафа Казмас, пока мест воображения не поражает. Но, опять же, мне кажется, что чуть-чуть задохнулся представитель Турции. И сейчас ему необходимо восстановиться перед решающим третьим раундом. Не попадает справа Казмас. Неплохой лоу-кик от турка. Вот в концовке решил активизироваться Мустафа Казмас. Несколько ударов нанес, но с улыбкой их встречает опять же Андрей Писария. Колено в туловище от румына. 10 секунд. Продолжается борьба в клинче. Мне кажется, раунд под номером 2 забрал Андрей Писарин. Есть такое стойкое ощущение. Можете со мной соглашаться, можете нет. Но мне думается, что Андрей Писарин был поактивнее, поточнее, пожестче. В концовке, правда, конечно, Мустафа Казмас решил спуртануть. Но я не думаю, что это помогло ему каким-то образом забрать раунд. Заключительный раунд. Андрей Писари. И посмотрите, какая сечка у румынского спортсмена. Вот она должна быть, воодушевит Мустафу Казмаз. Очень неудачное начало для бойца из Румынии. Посечение заливает кровь в лицо. Заливает лицо кровью просто у Андрея. Я думаю, что надо поединок приостановить для того, чтобы понять вообще, можно ли с таким рассечением боксировать. Потому что на первый взгляд все не очень хорошо видно, но заметно одно, что крови много. И, конечно же, Мустафа Казмас будет пытаться работать именно в это место. Попадает, попадает Андрей Писари. Проиграть ему техническим нокаутом в этой ситуации, я думаю, будет в высшей степени обидно. Да, сечку надо подлатать, посмотреть, что там такое. Тут же и рефери рядом находится, который внимательно изучает рассечение. Дубай,
пресечение идет вперед. Андрей Писари. Кстати, по-моему, сечку-то ему так хорошо замазали. Кровь перестала идти хотя бы на время. Пытался пробить бэкфест Мустафа Казмаз, но так руку в локте согнул и получился бэк-элбоу. А здесь-то запрещено. Такие удары разрешены в тайском боксе. Но в К1, извините. Попал левый боковой Писари. Минута до завершения третьего раунда. Ну что ж, я думаю, что Мустафе Казмаз необходимо идти ва-банк. Продолжает кровить рассечение, но, наверное, не так сильно, как могло бы, и как это было ранее. Хороший катман, это на самом деле очень важно, это очень много значит. Человек, который профессионал, который в нужный момент замажет твое рассечение и сделает так, что тебе будет комфортно боксировать, и тебя не снимут с поединка ввиду травмы, это очень большое дело. 10 секунд до завершения этой схватки. Открылось опять рассечение у Андрея Писари, но здесь, я думаю, уже дадут доработать и завершить поединок. Причем я думаю, что Андрей Писари будет выигрывать. Хотя, может быть, у судьи будет иное мнение на сей счет. Но мне показалось, что Писари, особенно во втором раунде, был значительно интереснее. А вот, пожалуй, и все. Давайте еще раз насладимся лучшими моментами этого поединка. Кое, кстати, было немало. Decision for the white corner. Андрей Писари! Да, так рефери немножко поволновал сейчас.